Нифига себе. А я тут... О, а где мне? Не, ничего. А вот так же мне здесь. О, надо прикрыться делом. Фу. Привет, друзья. Вот. Пишу поделиться пренеприятнейшим известием. Отменилась моя поездка в Германию. Вот. В Австрию. Нет, не в Австрию, куда мы там собирались, в Варшаву. Вот. И в Амстердам. У меня пневмония. Принес ее на ногах. Провел 5 семинаров. Нет, 4 бро. 5 дней. Вот. Скорую вызвали на третий день, когда температура была уже чуть больше 40. Да, вам самомед помог, а мне, знаете, какие лекарства. Сейчас покажу. Вот так и я. Вот. Это, я думаю, что в Беларуси крупный рогатый скот делают им. Вот. Ну, на самом деле это шутка, потому что, конечно, ребята-белорусы меня просто вытащили, потому что я думал, помру. И, конечно, низкий поклон Денис из Барановича, он просто меня спас, как с ребенком. Здесь в Беларуси интересная вещь. Никому не дать денег. А да, без шапки, плюс 16, я без шапки хожу и, вот, знаете, продул. Вот. Никому не дать денег. То есть я был уверен, что просто дашь денег, условно говоря, придешь, сделаешь рентген, попадешь к хорошему пульмонологу, какие-то получатся какие-то анализы. А здесь такого нет. Здесь рентген только в государственных клиниках. Вот. И ребята тоже даже это решили, то, что я гражданин другого государства. Мясо много погорит, я думаю, да. Для меня это, конечно, большая проблема, потому что мой эксперимент должен был быть завершен ровно по приезду. Была классная форма. Вот. Как мне казалось, сел на диету где-то на 114 килограммах. И очень хотелось доказать и показать. А теперь, как тренироваться с пневмонией, я не знаю. Завтра в Питере буду. Не так легко оказалось вылететь отсюда. Вот. Как заболел? Да в Питере в день вылета, точнее в вечер вылета, ложился спать, и мне жена говорит, что-то дрожишь. Я говорю, не знаю, холодно. Ну, собственно, проснулся, уже была температура 38,6. Ну, надо же ехать, куда я денусь-то. Вот. Выпил какую-то таблетку, ну, типа эфира, трафлю или что-то там вроде, сел на самолет, прилетел. Есть не могу. Ну, не могу, хорошо, как раз, думаю, вернусь в Питер, еще и на диете, на классной. Я тысячу раз уже говорил, что я абсолютно спокойно могу не есть там полдня, иногда день, да плевал я. Пускай другие занимаются этой ерундой, там считают калории. Я знаю по белкам, что мне надо наесть, а все остальное могу есть, могу не есть. Вот, если заболел, не стоит никуда ходить. Время кардио 160 ударов, это много. Пневмония, это воспаление легких. Вот. И не ел почти весь день. Провел семинар 5 часов. Человек 300 было. Вечером меня вообще разнесло. Опять есть не могу. Думаю, ну отлично, сутки не пойло, отлично. На утро проснулся. Ну как проснулся? Это было не сон, это было какое-то забытие. Все хуже. Левосторонняя пневмония. Думаю, ну, наверное, такой грипп неприятный. Купили мне каких-то очередных жаропонижающих. Второй семинар в Витебске. Там совсем плохо. То есть, ну, вообще нехорошо было. Опять ничего не ел. Короче, за 3 дня я съел ровно 3 йогурта. И полблина. Больше не влезло. В третьем городе понял, что все, я либо сдохну, либо нет. Я перед семинаром у ребят спросил, говорю, если есть знакомые, вот идите, пожалуйста.
Я говорю, готов заплатить. И вот ребята помогли. Поставили сразу пневмонию. Выписали антибиотики. Я думаю, что это какое-то поколение антибиотиков. Но они выглядят забавно. Вот. Завтра в Питере. Ну, сложно оказалось. То есть сегодня в ночь поездом до Минска. Оттуда сразу на самолет. С самолета в Питер. И с Питера, к сожалению, на дому, похоже, не получается такие заболевания лечить. Или не лечить. Поэтому, скорее всего, в больницу. Короче, я думаю, что это первый лет за 15 будет перерыв в тренировках. Ну, что делать? Будем выздоравливать, в конце концов, как в раннем детстве. А форма пневмонии, откуда же я знаю, как осложненная? Представляете, меня ночью смотрел местный терапевт, который отправил снимок на рентгенологу ночью на диагноз, на анализ, да, то есть сам я прослушал. Вот, поэтому думаю, что все не здорово, потому что столько планов было. Если вам книжки нужны, напишите мне в личку, я практически всем скидываю, если не забываю, конечно, авторов и литературу, которую я рекомендую. Сколько надо лежать в больнице, не знаю, завтра скажут, но я постараюсь максимально быстро оттуда исчезнуть, потому что у меня столько дел, у меня Воронеж должен быть, у меня Харьков должен быть, и вообще в шоке, то есть как все это менять, я вообще не понимаю, что делать. Вот, поэтому либо мне надо максимально быстро выздоравливать, либо не знаю. Короче, пока это для меня очень большая проблема. Пусть даже разжигание рассчитывается, как всегда, по пульсовой зоне. 220 минус воздух, 65-70%. Так что здесь ничего нового вам по пульсам. Но эксперимент будем считать, что не накрылся, что он остановился на 3,5 месяца. Теперь будет новый эксперимент. Нет, будет снято видео. Эксперимент. Первая часть эксперимента уже у меня в группе, у меня в странице лежит. И у Димы Яковины на том самом, на его портале статус, про статус диета воина, не знаю, что это такое, честно говоря, не знаю, гостиную Миронова. Ну, а что я могу сказать, про каждого по отдельности или про них вместе? Серега мне нравится, Игорь, по-моему, не полез совершенно не в те, не туда, куда она растет, но это мое мнение, каждый решает. Я ничего не вижу здесь. По-моему, это безумие какое-то. На моей странице, в моей группе. Как быстро аллергию на молочку, я выяснил, откуда аллергия. Потому что зачастую это просто неправильно выстроенная диета. И можно клетчатки добавить, и в толстом кишечнике будет лактаза синтезироваться. Да, ВКонтакте, естественно. Вот поэтому... К Живухину относится. Ну, он практически исчез из поля зрения в интернет-пространстве. А я, кстати, не понимаю, на Питере же его не было, да, насколько я понимаю, поэтому как спортсмена не знаю. Гостюнин Торчук не знаю. Не наблюдал за его, как он это делает. Периодизации нет, серьезно не снимали. Ну, видел форму Живухина только вот в каких-то таких селфи, фотографиях. Я думал, что он будет выступать. Судя по всему, нет. Или он мало доза антикатаболик или вред? Да, почему? Действительно антикатаболик. Кто из наших на ФИБе есть? Ну, теперь меня там точно нету. Вот. Дениса Гусева видел. Там много там наших ребят. Жалко очень. Я кардио. Считаю, что лучше за утра. Ну, тут два варианта. С фармподдержкой, без фармподдержки. Тут надо смотреть по форме. Живухин при скопе, ну, наверное, я в 2-3 ночи обычно сплю. Живухин потянет на про, ну, вначале надо эту честь получить, выиграть либо на чемпионат мира, абсолютки, да, там что там надо. Либо Арнольд какой-нибудь или соответствующий турнир. Значит, ну, для любителя, почему нет, совершенно спокойно. Подходит для любителя, чемпионат. Ну, вот, к сожалению, и пропустил.
пропустил все соревнования, не смотрел, только видел в интернете. Ну, если у вас нет возможности молочки, ну, меняйте молочные белки на любые другие. А что вы теряете, в конце концов? Только молоко, творог и протеины, скорее всего, есть без... Самое главное, что значит на молочку? Молочка что, на лактозу, на что конкретно? Не вряд ли на молочный белок. Потому что тогда вы при вскармливании просто не выжили, потому что у вас аллергия на молоко. Нигде недоступна инфопередизация. Не будет она, надеюсь, нигде доступна, потому что не хочу, чтобы она была доступна. Если гормон роста, планируете онкомаркер сдавать. Но если у вас есть наследственные какие-то предрасположенности, я бы сдал. Что думать насчет климатерола для сушки? Ну, в малых дозировках, может быть, в больших убьет сердце. Сон или пища важнее для массы. Да и то, и другое тут нельзя никак. Супам никак не ношусь, не ем. А вы онко сдавали? Нет, не сдавал. Фенидрин советовать или бронхолитин? Ну, бронхолитин-то точно нет. Фенидрин, ну, слушайте, если в чистом виде эфедрин, то то же самое, что героин в руках держать. Так, в общем, ну, немножко, в общем, стрёмненько. Перед уровнем кардио протеин на воде можно, только минут за 30-40, чтобы все-таки он в виде глюкозы не был отправлен, опять же, в качестве энергии в ваш бег, собственно. Но ради бога, если пища за 30 минут до сна, то есть если не обильный прием. Потому что Гуси снял Силуяна, ну, Денис живет в Москве, я живу в Санкт-Петербурге. Мне физически тяжело, я гораздо больше перемещаюсь. У меня там 60 семинаров за год было, по-моему. Хотя, может быть, у Дениса примерно столько же, не знаю. Во время приема углеводов играет роль или достаточно вписываться в дневную норму? Время приема? Да, влияет, на мой взгляд, еще раз. Мне хит нравится, но я их рассматриваю все-таки как обоих шоуменов, и Фил Хит мне больше нравится. Я стараюсь легкие белки, либо с мать по 300. Не понимаю, в чем суть. Если колени слишком убиты для полноценного приседания, есть смысл пробовать статику? Статика? Ну, я бы статодинамику попробовал, статику, вы же понимаете. Перед отъездом у меня была попытка потренироваться на кетоновой диете. Кстати говоря, не ожидал, но оказывается, реально можно на ней жить и чувствовать себя хорошо. Но, к сожалению, еще раз говорю, глубины ног нужно прожимать их обязательно. То есть, и можете, как я, например, не жрать ничего. То есть в течение 4 месяца ноги полосатые, как у не знаю, на чемпионате города. Можно заменить углеводы жирами, но если вы кетоновую диету исследуете, исповедуете, то да. Скопляем. Да она уже давно вышла. Хорошо прошла, не знаю. Мишка, наверное, уже что-нибудь другое выпустила. Цинка поднять тестостерон напрямую нет, но один из компонентов. Почему нет? Нет, 4-недельная периодизация для любителей не подойдет. Я за теорию накопления. Рис басмати медленный, да, его можно рассматривать как медленно. Кетоновую диету Сергея Шелестова посмотрите, потому что я ничего нового не придумал, взял, посмотрел, Серега, все. Тренировать одну мышечную группу, если одна еще болит, только в разных диапазонах, точнее в разных типах нагрузок, тогда можно. Чем время убивает? Вот с вами разговариваю. Energy diet это говно, я не знаю, знать не хочу. В этом мире вообще много чего говно, и исследовать каждый из них на своем собственном опыте нет ни малейшего ни желания, ни сил, поэтому не знаю. Да, спасибо за пожелание в Самару. Знаете, я вот планировал, у меня такое ощущение, что Господь Бог, когда мои планы видит, он просто улыбается и как-то берет так это сверху меня. Апельсинки нести, пока в город Брест, а потом, судя по всему, в клинику МЧС. По крайней мере, сейчас договариваемся там. Сколько максимум жим делали? 222,5. Уплотнение под соском, ну что делать, бывает. Как ароматизация у вас выглядит. Тестостерон при растяжении связок, вряд ли. Велотренажер нормальный для глубины. Но если будете делать медленно и
акцент делать именно на разгибании ноги, а не на сгибании. Я бы делал лучше степером. Как раз атлеты Спортлайф, Борис Борисович Васильев, вот они оттуда пришла вот эта глубина ног, они делают кардио в виде степера, именно продавливая глубоко. Как сохранить максимум ПКТ? Правильно делать ПКТ. И правильно тренироваться, правильно питаться. При панкреатите, ну, все же зависит от тяжести заболевания, от ограничений, которые связаны с ним. Поэтому трудно сказать. Ну, я бы нашел ответ. Вы мне лучше скажите, как сохранить массу на пневмонии. Вот, если есть ответ на этот вопрос, был благодарен. Потому что все остальное, можно ли набрать массу силовой программы? Ну, у некоторых получается. Но они напрямую-то не заточены. Поэтому кому-то удается, кому-то нет. Влад с физикой. Не знаю, что такое. Новая категория физиков, что ли? Что это имеется в виду? Не понимаю вопроса, честно говоря. Тут как-то так не очень. Тестостерон. Да я думаю, что это глупости. Предполагать, сколько тестостерона, кайгрин и так далее. Цифры гуляют такие, что иногда с ума сходишь и понимаешь, что пытаешься нули отсечь, чтобы посмотреть, сколько там грамм в итоге получается. Я не думаю, что эти цифры соответствуют действительности, и даже думать не хочу. Потому что это на уровне цирка. Клеев сказал, что в России не делает семинары, потому что ему деньги надо заработать. Что значит, как Клеев не делает в России семинары? У Миши вообще семинары 99% по России. Васько, было несколько каких-то вот видео, где слушал. На гликолитических мышечных волокнах теория накопления имеет место быть. Вот этого я еще не пробовал. То есть, вы просто можете назвать как угодно. Почему атлетов растет талия? Я вначале тоже думал, что от различных тяг, как Васько, сейчас скажу, Васько, мне интересен просто, именно как человек. Глубоко не изучал. Клоков. Ну, Клоков действительно не дает семинары в России. А зачем давать семинары в России, если такое огромное количество, огромный спрос в странах Европы и в Америке? Зачем? Я прекрасно понимаю, у него аудитория, где он оценен по достоинству. Олимпийский призер, звезда. Они там молятся него. Качать качество мышц без жира. Хороший вопрос. Диету поставить правильно. Тренировки, соответственно. Ничего нового, к сожалению, никто не придумал. Вот. Как жена и дочка. Жена, вон там сидит, приехала из Питера за мной. У меня же была вообще идея. Я думал, что сейчас мне выпишут лекарство. Я в виде постельного режима поеду дальше в Германию, то есть с пневмонией. Но сегодня ночью, когда мне было так хреново, я понял, что это Германия. Я сдохну по дороге. Вот, и моя жена сделала, как всегда, мудрую вещь. Она дала мне принять решение самому, и вот теперь она меня везет домой. Загрузки за день соревнований я бы не стал. Ну уж не за день точно. Загрузка с солью делается иначе. Хотя, ну, как вы понимаете, теперь это точно не еду ни на Кубке Шанькина, и, скорее всего, не знаю. Так, кстати, Дима, подходит новичку для массы набора? Нет, не подходит. Никак. Можно попробовать прекратить жрать, в принципе. Тогда вы быстро просушитесь, одновременно будете терять мышцы, что тоже, в общем, для некоторых не является проблемой. Если есть желание сохранить мышцы, то боюсь, что это без шансов. Сыр. Нормально отношусь к сыру, а сыр это казеин, чего ж плохого-то у него. Просто за процентом жира следите. Вот про гормон роста, растет талия или больше прием пищи. Я не знаю. Вот у меня, вот, я вам знаете, что скажу? Талию растет возраст. Потому что я смотрю себя, 25-30-летнего, смотрю своих клиентов, всем, начиная с 40 лет, там 45, начинает выпадать живот. При всем при том, что я делаю и вакуум, и планку, и так далее. И те, про кого я вам сейчас говорю, про своих знакомых, друзей, клиентов, они слова гормон роста не знали. Просто почему-то с возрастом начинает выпадать живот. Меня это просто уже не уничтожает. Большие приемы. Гормон рост не использует, живот растет.
Ну, вероятнее всего, растянута стенка желудка, что тоже в виде мобильного приема пищи. Спасибо, спасибо, постараюсь выздоравливать. Ну, а какие у меня варианты-то? Придется уж выздороветь как-нибудь. Вот. Да нет, перед утренним кардиоизолятом перед непосредственно не надо пить. Зачем? Будете его окислять. БЦАшки выпить. А если минут 40 есть, то лучше бы протеин выпить. Витамин С стоит принимать, конечно, да все иммуномодуляторы, если вы на сушке, то там уже все способы хороши. И у вас вариантов-то немного. Либо вы выполните поставленные задачи. Ребята, извините, не успеваю все читать. Вот. Либо не выполните. Поэтому и витамин С, и глютамин, может быть, какие-то легкие, только не амиксин и прочее дерьмо, да, там какие-то очень мощные. Есть смысл. За счет игры воды и соли можно не просушиться, можно слить воду. В моем понимании просушиться избавить, снизить процент подкожного жира. Нужно ли менять витамины или можно пить целый год одни и те же? Да ради бога, зачем их менять? Да, 2 недели, конечно, понимаю. Схема сиротренировки без витамина поддержки на вот такой схеме. Нет, без витамина поддержки, как Антон тренировался, вам не нужно тренироваться. Вы себя угробите. Если вы перед кардио или силовым, перед кардио или карнитин лучше пить. Если откажете после силовой тренировки, пить БЦА и карнитин, мышцы будут горячо. Если делать кардио после силовой тренировки, не успел дочитать, но какая-то очень глубокая мысль, не очень мне она это самое легла мне. Да, здрасте. Здрасте. Бцарин эффект. Что значит бцарин эффект? От 3 аминокислот реальный эффект. Ну, от курицы, в курице 20 аминокислот, от них реальный эффект почти в 7 раз больше. БЦА решает свои задачи. Карнитин перед кардиотренировкой нужно пить. Когда лучше принимать гейнеры, я бы вообще не принимал. Но если уж принимать, то перед тренировкой. У меня пневмония или старание. Вот. 4 или 5 дней какого состава? 2, 3, 4, 5. Никакого число хоть. Какое число? 7. 7 число. Вот. Получается, 2, 3, 4, 5, 5 дней была температура 40. Я думаю, что я вешу килограмм, наверное, 109-110. Я вот вы не спрашиваете про фамилию про Данила Старикова из Челябинска. Я же ничего не видел. Ну, вот просто я в такой коме находился. То есть, я говорю, я даже не ел, поэтому пока я буду, похоже, в больнице лежать, у меня будет возможность. Поздравляю вас с рождением дочери. Поверьте, я знаю, что это такое. И спасибо за пожелание. Мышечная боль не является показателем успешной тренировки. Эта мышечная боль является признаком того, что у вас болят мышцы, что тренировка была травмирующий характер носила, но они не являются фактором роста. Курсы ПКТ не знаю. Если вы сами не знаете, найдите человека, который реально в этом разбирается. Я 1 000 000 раз говорил, что я не являюсь специалистом. Лицо для девушек так же, как и для мужчин. Ну, конечно, какая разница? Вы же так же, как мужчины, состоите, и женщины из-за 20 аминслов. Почему сын жены такой худой? Ну, балбес, потому что он, что поделать. Насколько граммовых углеводов может сушиться, я неоднократно говорил, что нет цифр, которые называть можно конкретно. Их нужно подбирать под себя. Нигде не продул. Я думаю, что это вирус. Вот. Я вот думаю, что как раз задача врачей в больнице как раз именно определить характер вируса. Я там пока лежал в этом состоянии, там вчера я уже почитал, сколько вирусов является возбудителем пневмонии. Как же тогда ориентироваться, подходит схема тренировок за одно количество времени? Ну, не знаю, как ориентироваться, тренироваться и подбирать под себя. Я неоднократно писал, говорил на каждом семинаре, как выглядит цикличность тренировок для того, чтобы определить максимально эффективный тип нагрузки для ваших конкретно мышечных локон. Ой, ой, ой. У меня левая рука, правая.
точнее, рука отваливается. В палате с соседом нет, я в городе Бресте, в квартире. Кстати, хорошая квартира. Вот не знаю, будет новый эксперимент. После пневмонии тренировка в статодинамике. Вот. Многоповторка для тяжелого, нормально, не знаю. Дома гормон рост для просушки, залечить болячки. Не знаю, раз вы думаете, я не против. Спасибо, Украина. Я надеюсь, что я к Харькову обязательно югаю с точки зрения объемов. Но там каких-то там сверхобъемов нет. И он никогда особенно не гордился ими. Он достаточно узкий талия, когда он на диете смотрится неплохо. К Вадику дочь отношусь. Ну, такой своеобразный персонаж, мы знакомы. Никак не отношусь, то есть для меня непонятен, то есть у меня нет отношения к нему, то есть при встрече поздороваюсь, может быть, 2-3 слова перекинемся, он не более того, то есть ясно, что он какой-то мозг, видимо, мой мозг не может постичь его, поэтому, ну, опять же, я сейчас говорю о том, что я вижу в соцсетях, потому что мы в Америке были в одной поездке, поэтому только тогда там вообще не происходило. Да, спасибо. Почему в больнице? Нет, я еще не в больницу, но завтра в больницу поеду. И вот пока договариваемся, может быть, ну, хочу в хорошую больницу, потому что не хочу я по скорой ехать в какой-нибудь Вавиловых. А, или где там у нас в Питере есть еще какие-то помойки, не знаю. Снимите видео с Дмитрием Кривиным? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что мы с Димой во многих вещах являемся единомышленниками. Вот. Ну, но мы живем в разных городах, к сожалению. Вкусняшки? Да не получается у меня есть. Не получается у меня есть, ребят. Даже если тащите вкусняшки, вы поедите, попьете чай, а я тут посмотрю, как вы это делаете. Потому что я опять съел там 2 куска сыра, пол яблок. Вин из Киева. Ну, может быть, изначально он из Киева, не знаю. То есть, но живет он в Москве, это точно. Как делать специализацию на широчайшую, так же, как на любую другую мышцу. Разделить по типам мышечных волокон. Для вашего состояния вреден? Да не получается, у меня есть не только протеины, я вообще ничего не могу есть. Как только температура поднимается, а сегодня я жаропонижающий не пил, она была весь день 38, 37,9, 37,8. А мне сказали, меньше 38, точнее, да, меньше 38 не сбивается, то есть, поэтому, как сказали, так и делаю. Ну, вряд ли, конечно, Кубок Ишанькина я с пневмонией не доеду, это точно. Вот. Не думаю, что такой спортсмен или такой гость ему очень сильно нужен. Асимметрию широчайшей при сколиозе, как устроить? Ну, ищите какие-то упражнения, не знаю, нужно смотреть, как у вас выглядит сколиоз. У меня пневмония, я буду поправляться, спасибо. Как вы относитесь к растяжке? Отношусь хорошо, не делаю. Вот, да, пневмония. Но знаю, что, конечно, есть смысл делать. Делать нужно либо в конце упражнения, либо в конце тренировки. Да, вон тут у меня эти всякие стаканчики с соком, с водичкой. Вон какие-то жаропонижающие. Вот. Так что у меня тут всего всякие гадости. Ну, если вы выступающий спортсмен, обязательно прожимайте. Вот, блин, у меня левая рука же, вся у меня работает плохо. Ну, у Димы есть очень классный журнал про статус, там все его статьи. Да, Рязань, привет и вам, спасибо, буду выздоравливать. Семинар в Москве. Да, Маргарита, Вит, ты там прилично выглядишь, нет сейчас? Вит, прилично выглядишь там? Вон она, вон она. Видно тебя? Ну да, вижу. Вон она. Она просто в соседней комнате. Наедине пообщаться. Тебе большой привет от Николь 455-498-56. Тебе, наверное, это что-то должно сказать. Левокарнитин. Работает. Я думаю, это тот же L-карнитин, левый замер. Думаю, ничего там сверхнового. Не ответили про семинар где, извините? В Москве, наверное? Нет, пока не планируется. Как относится к системе ФСТ-7? А что в системе ФСТ-7? Что там должно работать, скажите мне? Выполняете определенный набор тяжелых упражнений, а потом делаете одно изолирующее
делаете там 7 подходов в максимальной скорости. И чё? Логика-то в чем? Мышечные фасции растягиваются? Да что за глупость такая? Смотрите, вот я беру, вот изгибаю руку. Мышечные фасции у меня растягиваются без каких-либо проблем. Вот. И ничего и не мешает сгибаться и разгибаться. То есть фасция совершенно спокойно там, ну, рука, не знаю, там сантиметров 49, там, 50, не знаю, сколько там. Вот. И не мешает ей фасции растягиваться. И зачем мне выполнять какие-то базовые упражнения, потом, как говорится, набивать ее кровью? Ацетилкарнитин неэффективен. Я тоже читал, он гораздо больше эффективен для мозговых клеток. Вот. И мне не мешает, то есть, такой диапазон увеличения мышечного волокна, то есть, мышечной фасции не мешает абсолютно. Семинары выкладываю я обычно, ну, чтобы это было корректно по отношению к организаторам, обычно за неделю или за две, потому что выложить в том городе, в котором буду позже, раньше тех, ну, это некрасиво. В нижней части прессы никак. Вы будете избавляться от жира везде одновременно. Вы скажете, что был дронат? Ну, мне нравится. Я при тяжелых периодах тренировок раньше обязательно. Я внутривенно ставил. Ну, как-то надо вам до 6.30 поесть, все-таки постараться. Ну, как-то мелдронат хранить на одно и то же действие. Это, знаете, нет, это не одно и то же действие. Из белка есть только грудку, есть, то плохо. Да ешьте вы грудку, ешьте бедра, какая разница-то? Отличается-то чем они? Наличием жира? Ну, на 200 грамм углеводов фетов падает. Смотрите, как долго будет он у вас падать таким образом. Да, спасибо, выздоровлю обязательно. Сыворотка не критична перед кардио с утра. Ну, чтобы было минут 30-40, потому что в противном случае вы свою сыворотку будете молотить на беговой дорожке. Протинальность метода натурала, да ничем не отличается. Она отличается только интенсивностью тренировок и объемом тренировок. Когда мышцы горят, не знаю, при пожаре, наверное. Мелдронат сильно вредный, нет, он сильно полезный. Он для того был придуман, чтобы улучшать деятельность сердечной мышцы, в частности, и восстановительную способность организма. Ну, я бы обязательно поел 22.30, если тренировка заканчивается, я обязательно поел. Ну, мне кажется, это должно быть. Ну, если у вас нормально все со жировым состоянием, можете и сок, и банан есть, и овсянку, почему бы нет. Все очень классно. Натурал эктоморфа можно, конечно. Как раз именно это и нужно делать. Да почему? Как раз видео полно выходит. Вот скоро должно было быть новое видео по итогам результатов моего эксперимента, а теперь, похоже, с больничной койки будут выходить видео. Поэтому, скорее всего, ну, еще раз говорю, будет новый эксперимент. Как вернуть форму, тренируясь только лишь статусами. Придумали, что ночью нельзя есть, смотря что правильно. И я тоже так считаю. Ночью можно есть. Ради бога, просто не надо жрать печеньки, булочки. Ну вот, я уже сказал, будет антибиотики. Я уже сказал, вот такой антибиотик. Это белорусский. Думаю, что в России удивятся, они даже такого не знают. Вот, что такие антибиотики существуют. Мне кажется, они ядерные, реально. Обязательно приеду, ну, может быть, даже раньше. Ну, рано запретили, ну, уточнить, Олимпийский комитет международный, Всемирная дубинговая ассоциация. Я думаю, что какие-то разъяснения есть. Им либо подчиняются, либо игнорируют. Видимо, наши формально подчинились, но технически проигнорировали, поэтому наши залетают все подряд. Ждем в Сибири. Ну, надеюсь, да, что мы обязательно в Сибири будем. Уфа будет в этом году. Слушайте, я не помню. Конечно, очень бы хотелось. У нас там друзей так много. И очень бы хотелось. Там есть классный загородный клуб, называется Фазенда. Два раза там были, очень классно. Вроде Кавказ будет. Ну, не тоже вот, на памяти нет. Не помню, ребят, что-то вот с Владикавказом. Очень хочу попасть там. Мы были в тех краях, но, к сожалению,
Кафельника, Веня, нет, не смотрю. Я даже не знаю, как смотреть, и не подписан ни одного человека. А чуть погромче. Ну да, конечно, я ж тут это. Я ж тут певец с левосторонним воспалением легких. Сейчас постараюсь. Может, у меня тут звук как-нибудь надо? Нет. Максимально громко говорю. У вас так и на рыбалку. Да, неплохо было. Неплохо. Жир внизу живота можно благодаря витаминкам убрать. А какие такие витаминки, которые, поделитесь, хотелось бы узнать, которые убирают конкретно жир внизу живота? Осетинские пироги. Где же мы ели осетинские пироги? Скажите, сейчас я вспомню. Могли мы есть осетинские пироги не Пятигорск, в Нальчике его. По-моему, в Нальчике. По крайней мере, мне кажется, я ел. Да, в Нальчике, действительно. Я уже говорил, Тимурдорана очень хорошо. Когда канал закроете, не вы же открывали. Какой канал? Какой-то канал должен закрыться, который я открывал. Можно девушке на сушке пойти, не успел прочитать. В Алмату вообще есть планы. Вот были такие планы, не знаю, то есть, потому что. Я, честно говоря, я узнаю о наших мероприятиях обычно на 2-3 недели вперед. Поезд для узкой талии советую, да, одевать. Советы. Нельзя приемом пищи заменять спортивным питанием. Есть канал под вашим именем на ютубе. Вот этого козла надо закрыть. А, все, понял. Слушайте, а как-нибудь скиньте мне, вот, пожалуйста, ВКонтакте ссылку на этого козлину, а? Потому что... У меня четвертое издание скачано в телефоне, третье издание у меня дома лежит, в Барановском. В Пятигорск планируем, да, наверное, да. Ребят, еще раз прошу ВКонтакте ссылку вот этого на якобы мой канал. Потому что, действительно, я уже устал закрывать всяких уродов, которые дублируют мои страницы и проводят платные консультации. Это надо пресекать, просто мне не найти его, я не очень интернет образованный. Вот, меня научили тыкать пальцем, и я вот тыкаю какие-то кнопки. А какие-то новые я не умею делать. В Ютубе вообще нет вашего канала? Нету, но я слышал, что оказывается он есть. Нет, моего личного канала нету. Я снимался, не знаю, много где. Ну, нет, его надо просто закрыть, потому что он каким-то образом, похоже, получает деньги. Борис Мирочник, говорю, в Америке, по-моему. Нет, ну, по идее, как бы, если это доброе дело, ради бога, но, по-моему, это повод зарабатывать деньги. К тановой тяге отношусь хорошо, но я считаю, что культуристу делать ее с пола не нужно. Вот, по крайней мере, это травмоопасно. Делать ее нужно с плинтов. Подставочек как угодно, потому что в противном случае. Нет, почему до колена? Наоборот, от колена. Ну, чуть ниже колена и до против. Да, обязательно выздоровлю, куда же я денусь. Протеин девушкам. Ну, то же самое, что в соне принимать курицу девушкам или яйца девушкам. А чем девушка? У нее там белки точно так же состоят из аминокислот. Скинули на стену канал. А, спасибо, спасибо. Ну, если проблема с спиной, конечно, избавляйтесь от стану тяги. Зачем? После тренироваться после перелома ключицы, ну, когда вам позволит врач, конечно, можно. Скованная металлическая цепь, я не помню, ребят. И это не та, которую я там, Линдовер, у вас покупал. Я покупал ее в Америке. И, точнее, не я покупал ее в Америке. Мне ее, я заказывал в Америке давным-давно. Мой друг, тоже, кстати говоря, из Беларуси. Да, сейчас температура около 38. Холератат или мироната, но вы понимаете, что это насколько разные по... По силе, по качеству препарата мелдоранат в разы сильнее. Белка в организме стареет, не знаю. Не знаю. Натуралу 1-2 мышечные группы в день. Да 2 нормально, почему нет? Давали вперед приседания, подощечки под пятки. Ну, либо техника у вас страдает, либо дощечки под пятки. Какой у вас вариант? Падать вперед, что ли? Дима, да, спрогрессировал, он поставил серьезные цели, он, видимо, приложил к этому соответствующие усилия и имеет ресурсы, он реально здоровый сейчас,
рад за него, заслужил, надеюсь, что и получит он по заслугам, я имею в виду, получит достойное место, и, возможно, если он планирует там выиграть какой-нибудь выездный чемпионат и получить прокарту, есть все шансы. Димка молодец большой, ну, не знаю, к нему отношусь очень хорошо, действительно огромный, то есть и мы знакомы с ним лет, наверное, занимались в клубе «Элита», Демьяна Бедного. В году, наверное, в 92-м уже мы знакомы были. ЦСКА, Магнитогорск, первый матч, кто возьмет? Я даже не знаю, какой вид спорта вы спрашиваете. ЦСКА, предполагаю, что на хоккей, я думаю, да? Натурал пятидневный сплит можно. Ну, я думаю, что если очень короткие тренировки, как углубить желудок, ну, вакуум делать. Подает натурал, ай, не успел. Ну, я такой медленный, я тут не такой инертный очень парень. Есть спортивный натурал? Есть, конечно, почему нет. Масса остановилась, есть 6 раз в день, уже не могу, надоело поддержать. Ну, не знаю, либо ищите, если вы считаете, что все дело в калорийности, ищите ответ на вопрос, вы сами знаете. Да, Лукашенко в личном госпитале, я так понимаю, что здесь шутки-то в этом плане не принято, так что давайте-ка не шутите. У меня в 5 утра отсюда надо будет уехать до Минска, а тут нашутимся. И вместо больницы в Санкт-Петербурге буду где-нибудь. Ну, я не знаю, если вы считаете, что дело в калорийности, не связано с тренировками, не связано с методиками тренировок, то, значит, делайте выводы. Я же не знаю, как вы тренируетесь. Бывают гинекомастии совершенно других причин, оперировать нужно, но я бы сходил и сделал, почему нет? Если сильно или не сильно заморачиваться на питание. У аспартама есть инсулиновый отклик? Да, есть, я проверял. Чем лечитесь? Антибиотик выписали. А, цепь, слушайте, какая-то сталь, по-моему, обычная, то есть абсолютно, ну, у нас, слушайте, стоит там сколько там, десятков там, может быть, там, ну, там, ну, не знаю, там. До 100 долларов она стоит, я уверен, я не помню, то есть, но это подарок Дениса Ромбака, вот, Дениска, спасибо, вот, из Минска, вот. Кардиопустыревка, отношусь хорошо. Кардиопустыревка, дерматолог сказал, что комплевит очень вредно для кожи, ну, значит, у дерматолога есть на то какие-то основания. Как построить питание на морф на сушке, ну, слушайте, есть общие принципы, вы же понимаете. Их нужно просто взять, вам вычитать или найти достаточно интересный источник, посчитать. Нет, кокос, ну я живу в Санкт-Петербурге, у нас с кокосами плохо. У вас есть офшор на Панаме? Нет, нет. Фрукты на сушке, я их вообще не ем, ни на сушке, ни на сушке. 15 минут 20 после кардио, ну я бы чуть побольше делал. Мне нельзя сбивать температуру, когда меньше 38. Когда было 40, поверьте мне, я этим пользовался. Спасибо. Жиросжигание, интенсивное интервальное кардио на голодный желудок, монотонное, постеревое. После углей. Да ну, если вы будете подслащать, то и аспартам, и стеви, и все остальное абсолютно не поднимут никакой инсулиновый. Почему Рашид Исаев такой грубиян? Ну, я не знаю. Он не грубиян, по-моему, а такой как бы очень специфический человек с Кавказа, поэтому. Потому что у меня температура, мне жарко. Что из жиров кушать, тоже интересно. У меня 2 или 3 растительных масла, сыр ем и что-то еще. Девушкам нужны большие рабочие веса или... Да что значит девушкам, а мужчинам? И слово «большие рабочие веса», вы же понимаете, что... И я жму, например, там, ну, жал, я жал в прошедшем времени. Я жал 200 килограмм, там, 200 с чем-то, жена моя жмет 50. Ну, она со своим весом тренируется, я своим. У нас с каждой свои рабочие веса. Для нее большой. Вы когда-нибудь курили, да? После тренировки 30 минут, кардио нормально. Да, я думаю, что да. Чем сыр заменить можно? Ну, если вы его безумно любите, то ничем. Нет желания писать лаборатору Силена, когда сделал Денис Гусев. С точки зрения тестирования типов мышечных волокон нет. А с точки зрения получить ответ на вопросы, которые...
Мне интересно, очень большой очень интерес есть, конечно, очень хочу. Но еще раз говорю, я не обладаю таким ресурсом, чтобы подорваться, сесть на самолет, прилететь. Я имею в виду временным ресурсом. Поэтому, к сожалению, почему предстоит начать тренировки о многих программах? Потому что в конце ни один человек, когда я ему ставил в конце, не делал его. Только из-за этого. Хотя бы так. Хотя, конечно, вы правы. Ну давайте, удачи вам на тренировке спины в динамике. Понравилась Индия? Индия, да, еда нет. Чуть не помер там от еды. Правда, что котлер на жим лежа, я не знаю. В чем секрет Оксаны Гришины? Ну да, она просто крутая. Она вообще звезда. Целью получения жиров, чем заменить сыр, чтобы получить животные жиры. Сливочное масло. 82,5%. Как сохранить натурал максимум мышц на сушке? Да так же, как и не натурал. Интенсивность тренировок. И очень корректно снижать калорийность пищи. Очень корректно, потому что начнете сыпаться очень быстро, а это важно. Ну, бассейн до тренировки, это было бы, конечно, круто. Конечно, после тренировки. Что? Бассейн только после до краба. Я не знаю, что такое. Икроножный хорошо откликается на динамик. Давайте так по-другому скажу. Если икроножный не откликается на классический, то статодинамика однозначно будет интереснее. Калиародат и мелдронат. Ну, я считаю, калиародат – это витаминки, мелдронат – это лекарство. Поэтому какой-то вопрос странный очень. Да, это не так долго говорить. Дмитрий, статья была про этого немца. Я не читал, к сожалению. Ну, да, сейчас еще 5 минут, и я пойду спать. Не читал у Димки статью, это потому что я в новом простатусе прочитал только свою статью. Вот. И, по-моему, еще нужно делать разминку с утра. Вы имеете утреннюю гимнастику в Советском Союзе? Я бы не стал делать. Зачем? Ну, как бы не вижу большого смысла. Поскольку грамотный спец, ну, там был у меня такой один очень косяк интересный. Когда он рассказывал, что креатин восстанавливается неделю, вот здесь это была большая ошибка. У Риты есть перископ? Нет, у Риты нет перископа. Да, буду выздоравливать. Сейчас средняя дельта меняет свой силуэт. Да все мышцы меняют свой силуэт в процессе там, набора и снижения объемов. Протеин после тренировки сразу пить или можно кардио сделать? Ну, если у вас кардио, вначале кардио сделать, потом выпить, вы же не хотите на кардио свой протеин молотить. Индия понравилась, еда ужасная. А аспаркам? Ну, калий, магний, такие вот соли, которые, в общем, являются аналогом панангина. Очень хорошо. Я там, в различные периоды, там, интенсивности нагрузок и манипуляции солью в случае там достаточно больших количеств ел. Как вы успеваете вести дневники всем своим клиентам? Ну, а как? Как погода? Погода классная здесь. Да. О, какая погода! Во! Во, какая погода в Бресте. Вон какая там погода в Бресте. Ой, сиди посижу и буду сейчас уже закругляться. Так, если нужно получать жиры из животных, не успел, извините. Еда в Гоа лучше на севере. Ну и там, где я ел, я чуть не сдох от этой еды, поэтому извините, для меня это... Нет, я не в больнице. Мешки под глазами спортсменов, не знаю. Я как-то этот вопрос не следовал. А я пропустил простат динамику вопрос, пока, видимо, тут ходил к этому, к окну. Молочка нужна на сушке. Ну, я не ем вообще, поэтому тут вопрос. Как бы я убираю своих спортсменов. Сырцы. Протеин нужно. Крутить педали подходами. Можно девушке в суши сесть вообще без углей. Ну, можете щитовидку гробить свою. Ну, можете посидеть, но не длительное время. Отношение к овсянке. Хорошее. Как рука, какая больная. Как была, так осталась. Больная, есть больная. Что с ней? Страшная, больная, вся изуродована. Здесь швы, здесь швы. Что с ней будет? Если давление, надо искать причину давления, поверьте, это серьезно. Это серьезно. Динамика для опытных спортсменов, для начинающих тоже, для опытных. Можно резать угли больше 50 грамм в неделю на курс? Я бы не стал.
Если нужно получить животное жиры не из молочных продуктов, то мой выход только яичные желтки. Да, ну а почему нет? Прекрасные желтки. Когда на ноги тренинг, да не совсем это нормально все-таки. Я бы на вашем месте померил давление. Там есть разные причины, почему это может быть, да. Но в целом, трудно сказать. Высокое кровяное давление лечится. Я думаю, что у меня наша фантастическая шоу. Жена занимается несколько иными своими какими-то, у нее свои цели, задачи, поэтому она занимается несколько иначе. Хотя та динамика в ее есть схеме. Тремор в голени после выпадов. Ну, стабилизаторы, скорее всего, то есть достаточно активно участвовали в выпадах, естественно. Кстати, динамика силуэнов рекомендуется. Силуэнов рекомендуется в качестве оздоровительной методики. Не игнорируйте, пожалуйста. Так, сейчас попробую не игнорировать. Пить таблетки, понижающие давление. Да нельзя пить таблетки, как витаминки, понижающие давление. Круговой тренинг на две мышечные группы по дню. Скажите, лучше для натуралов круговой тренинг или одну-две мышечные группы по двум дням? Ну, тогда бы лучше, наверное. Черт его знает. Тут я бы тогда три мышечные группы делал. Там, разделил бы все шесть мышечных групп, делал бы их так и так. А. Стат динамика набросив, не знаю, не представляю, как вы будете 40 секунд отжиматься в короткой амплитуде. Мне тяжело это представить, не знаю. Да, у меня уже жена три раза сказала, что мне больше нельзя так долго разговаривать, потому что у меня давление, у меня температура. Гусев выложил, да, я уже сегодня посмотрел половину, но... Да, спасибо. Так что сейчас буду закругляться. Так, сколько натурал на сушке можно ходить в зал? Да ничего нового. Чем натурал отличается, еще раз говорю. Поход в зал это не тренировка. Смотри, как вы тренируетесь. Так что, ребят, буду в следующий раз, я думаю, уже из больницы в Санкт-Петербурге выйду. Вот. И будем смотреть, потому что для меня это новый опыт. Как быстро я рассыплюсь. Ну, думаю, быстро. Потому что не было такого опыта. Вот. И будет новый эксперимент. Как вернуться в форму при помощи только лишь статинами. Сколько жиров происходит на девушке при сушке? Да жиры не нужно ограничивать. Точно так же 0,6, 0,7 0 грамм на 1 килограмм веса. Меньше не надо. А вы не могли бы? Да, давайте буду писать. Я же не знаю, как в перископе все это делается. Вы мне научите просто. Скажите, как это надо делать. Я сделаю. Я же из деревни. Вот. Поэтому, если подскажете, как правильно делать. Зато смотрите, сухой стал, да? О, смотрите, сухенький. Вот она, температура 40. Пожалуйста, становлюсь сухой, технично. Еще 2-3 дня. Поем. Все, друзья мои, спасибо. Судя по тому, что мне еще жарче, что температура стала выше. Микрофон закрыл. Извините. Я про вопрос о моей первой жене, я не знаю. Не знаю, так что у меня там. Там был вопрос, что с моей первой женой, и я сказал, что я не знаю, что с моей первой женой, потому что я лет 30 ее не видел. Вот, поэтому, если знаете, напишите. Привет, передавайте, не знаю. Так что, попрощаться. Хочу пожелать вам здоровья. Да, ну еще раз говорю, вы мне пишите там ВКонтакте, как правильно это делать. Я же не знаю, вначале, почему Гостюнин такой, ну, я не знаю, слушайте, мне трудно ответить. Многие вещи люди делают, не всегда поддающиеся логике. Может, там и есть какая-то логика, мне пока непонятно. Да мне и плевать, если честно. У меня столько дел, столько проблем, что... А терка с Мироном, то же самое, как про любые терки двух других людей. К Сереге отношусь хорошо, сама вся ситуация идиотская. Но еще раз говорю, что у меня есть другие задачи, другие причины. А сейчас думать о другом. Вот, так что давайте-ка я буду пить свои таблетки. Да, спасибо и вам, Казахстан.
Так что я пойду, выпью таблетки, почитаю, что там написано ВКонтакте, и подумаю. Все, ребят, спасибо. До встречи, до связи. Вот, надеюсь, что будем. Я говорю, если буду в больнице, поэтому буду выходить чаще. Надеюсь, там интернет будет нормальный. Вот, так что до встречи. Да я, конечно, остановить теперь трансляцию. Вообще не получается. Ага. Вообще становится, нет? Нифига.